Привет, друзья! Вы на канале CryptoBaby. Сегодня рассмотрим новый интересный проект под названием Peppermint. Данный проект является дефляционным. Давайте разбираться, в чем же его особенности. Значит, у них есть свой токен Mint. Он работает, взимая комиссию в размере 10% с каждой транзакции. Значит, 5% транзакций распределяется между держателями. Все зависит от 2%. То есть, чем больше вы храните, тем больше вы получите. То есть, так сказать, пассивный фарминг. 2,5% отправляется в пул ликвидности, и 2,5% еще процента сгорает. То есть, тем самым поднимая цену данного проекта, и плюс у вас еще за счет пассивного фарминга идет доход. Значит, их монета более чем быстро растет. Это также монета с определенной целью. Они хотят защитить пользователей от мошенничества за счет раннего обнаружения функции «Монетный двор», используемый в контракте. Кроме того, они хотят вознаградить их постоянных владельцев, добавив фарминг. Наконец, они хотят продолжать сотрудничать с другими командами. Недавно они поддержали команду Moonstop с запуском их версии V5 и будут проводить раздачу среди их лучших держателей. Здесь вы сможете даже знакомиться непосредственно, конечно, самостоятельно. Дорожная карта. Значит, они хотят вознаградить всех за то, что они держались на вершине отражения. Поэтому они работают над обеспечением возможности ведения фарминга. Значит, они гордятся тем, что помогают другим. Именно такими они выросли. Мошенничество. Они тоже ненавидят мошенников и работают над тем, чтобы помочь криптосообществу рано обнаружить функцию монетного двора. Значит, их более чем достаточно. Вот почему они хотят расшириться до таких платформ, как Episwap, Whitebit и другие. Значит, также, если у вас возникнут вопросы, вы сможете написать в Telegram, ну и спросить уже все, что вас интересует, или поделиться своими впечатлениями. Значит, в канале вы сможете уже, в Telegram-канале сможете как бы все это обмозговать с кем-то еще, найти себе братьев по проекту, так сказать. Значит, на BCScan есть контракт токена, как вы видите, уже свыше 3500 держателей данного токена Mint и 1 квадриллион токенов. На PancakeSwap можно приобрести. Напоминаю, что у PancakeSwap обновление, и вы выбираете, если у вас там по версии 1 не получается, вы выбираете версию 2. И тогда она уже выдает четкие правильные цифры. Значит, за 1 BNB вы сможете приобрести вот такое вот количество токенов Mint. Ну и покажу, конечно, за 0.1, так как 1 BNB это уже не так уж и мало. И за 0.1 вот такое вот количество токенов Mint. Значит, на PuCoin есть график данного проекта, токена. Ну, как вы видите, он так подрос. Я думаю, это не все. А то, что думаете вы, обязательно пишите в комментарии. И мы с вами по поводу этого еще поговорим. Конечно же, данный проект есть в Твиттере. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить самое-самое интересное. Я думаю, самый сок будет именно здесь. Если какие-то розыгрыши, что-то новое, что-то интересное, будет обсуждаться все непосредственно в Твиттере. Также, конечно, есть свой Телеграм-канал. Как вы видите, здесь чуть меньше 2000 пользователей и почти 500 в онлайне. То есть будет с кем обсудить, поговорить. И также, если у вас возникнут вопросы, вы сможете непосредственно написать в Telegram. Я думаю, там будет много желающих вам помочь. Так что не переживайте, не стесняйтесь, добавляйтесь в социальные сети. Ну и, конечно же, документация Peppermint.
Заходите, знакомьтесь, все подробно расписано. Интересный проект и никаких подводных камней. Это мое мнение, а вы переходите, знакомьтесь и обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу проекта. Или, может быть, у вас какие-то вопросы. Я с радостью вам помогу. Желаю вам всем шикарнейшего настроения. Ставьте мне лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока!